CA19-9, 5,6, некурящий, РЭА-5,6, колоноскопия, кроме колита, ничего не обнаружено. Это уже онкология, да не обязательно. На самом деле, если вы так очень сильно переживаете, если есть возможность, сейчас один из ранних методов, ну, наверное, пока не первичной диагностики, а больше, когда проводится хирургия, например, либо какое-то другое радикальное лечение по поводу опухоли, есть так называемая жидкостная биопсия, когда берут анализ крови, забирают небольшое количество крови, как при обычных анализах, и из этой крови, как это... путем репликации определяют, есть или нет опухолевая ДНК. Вот в таком случае уже можно определить опухоль на какой-то ранней стадии, которую мы пока можем не увидеть ни на КТ, ни на МРТ, но при этом как бы в каких-то небольших количествах она может уже выделять в кровь свою ДНК. Это вот такая жидкостная биопсия, она только-только набирает обороты в России, хотя на Западе уже достаточно давно используется, но это дорогостоящий метод обследования. Но само по себе 5,6 и 5,6 для РЭА и CA19-9 не является какими-то критическими такими повышениями. Это может быть связано и с простудой, и с какими-то другими факторами. Попробуйте сдать через месяц, посмотрите, что будет.